Рейд по выявлению несанкционированных мусорных свалок провели одинцовские партийцы в лесном городке. По словам депутата Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» Алексея Солдатенко, участники рейда осмотрели несколько площадок. В рейде принимали участие сотрудники полиции и госсанитехнадзора. Были осмотрены несколько точек, в частности, контейнерная площадка на фасадной улице, которая находится за Домом культуры. Никаких нарушений выявлено не было, сказал Алексей Солдатенко. Депутат добавил, что такие рейды будут продолжены.